В Семее в середине лета открылся долгожданный пляж. На торжественном открытии общественного пляжа «Заря» собрались более 500 человек. В ходе мероприятия были организованы различные игры и конкурсы, а также вручены призы. В связи с открытием пляжа была благоустроена общественная пляжная зона и очищена набережная Иртыша. Дорога к пляжу заасфальтирована. Для безопасности отдыхающих был создан спасательный пост, оборудованный необходимыми специальными приспособлениями. Обозначена безопасная территория для купания. Жители города Семей теперь могут отдохнуть на береге Иртыша в жару. Открытие безопасного пляжа для горожан – хорошая новость. Мы очень рады открытию пляжа. Мы очень ждали этого момента, поэтому поздравляю всех жителей области. Пусть такие благие мероприятия продолжаются. Открылся пляж, и мы рады этому событию. Людей много, все замечательно. Там установили бассейн и батут. Купаемся. Поздравляю семичан с таким открытием. Желаю процветания этому городу. Это мой родной город. Я рада, что она цветет и пахнет. Побольше таких проектов. Очень рады. Хочу поблагодарить руководство и строителей за такой чудесный пляж. Настроение прекрасное. Желаю мирного неба над головой, здоровья, чтобы наши дети были счастливы. Уважаемые семичане, поздравляю вас с открытием пляжа. Очень приятно, очень здесь чисто, все так красиво организовали. Благоустройство пляжа все еще продолжается. Для удобства горожан будут созданы медицинские пункты и раздевалки. История пляжа зародилась еще 3 года назад, когда мы за свой счет с ребятами пытались его облагородить всеми возможными нами силами. В этом году, благодаря совместной работе с акиматом, с акимом города Нурбатулы Ильиничем, мы вместе отработали и построили наш пляж «Заря». Построен долгожданный пляж для семичан. Появилось еще одно общественное место, которое позволяет жителям проводить свой отдых. Сохранение красивого вида пляжа в руках отдыхающих. Жители должны поддерживать новый пляж, не выбрасывая мусор и не загрязняя окружающую среду. Асель Айдар, Ружан Таубекова, Анатолий Тернов, телеканал «Семей».